Всем привет! Сегодня мы будем жарить фри из иссыкульской картошки. Вот такая вот здоровая картошка. Здесь всего лишь их 3 картофелины. Ну-ка, Алена, покажи в сравнении со своей ручкой. Вот такая вот картошечка. 3 картошечки больше 1 килограмма получается. Ну, воздух свежий там. Я думаю, вполне могла вырасти без всяких ГМО такая картошка. Килограмм такой картошки стоит всего лишь 150 тенге. Вообще, мы обычно едим нашу картошку и все остальное местного производства. Ну, бананы местного производства мы не можем купить. Так же, как и ананасы, и мангустины. И вот такую иногда, вернее, первый раз, да, мы взяли такую картошку и решили приготовить фри. Посмотреть, а вообще, во сколько обходится килограмм фри. Получается... В домашних условиях. Да. Ну, вот здесь картошки, тенге на сколько? На 180. Жарить мы будем... Здесь вот такая смесь, натуральный продукт, хозяюшка топленая. Без ГМО. Да, тут вот написано смесь топленая растительно-жировая. Именно вот для картошки жареной. Все из картошки, из картофеля. Ну, можно не только из картофеля, на другом, то есть и мясо, и курицу можно жарить на вот этой смеси. Так. Вот у нас такие кусочки. Ну и сколько уйдет на килограмм картошки вот этого жира или масла? Ну, я не знаю. Примерно, наверное, туда просто чем больше ложишь, наверное, ложек 5. Вот таких вот, как вот здесь нарисовано. Ну, это сколько стоит в деньгах? Ну, вот сама вот эта вот, получается, коробочка у нас стоит 800 тенге. И сколько там ложек? Сколько там ложек, я не знаю, такой вопрос, но я думаю, тенге 100 уйдет. В общем, ребята, мы сегодня готовим фри максимум на 250 тенге в домашних условиях. И сейчас, пока Аленушка будет жарить фри, я пойду схожу в ближайший фастфуд и куплю самую маленькую порцию фри. Готового фри, да, и мы сравним. Буквально 5 минут ходьбы от нашего дома, и вот я вижу фастфуд Гиппо. Сейчас мы у них закажем порцию фри. Так. Здравствуйте, можно порцию фри? Одну порцию фри, да. Все окей. Оплата сразу. Я сейчас прочитал, оказывается, доставка бесплатная и минимальной суммы заказа нет. Если я у них закажу одну порцию фри, за 300 тенге они мне привезут, интересно. Ну вот есть ограничение, что это в районе, в квадрате Рыскулова, Сайрамское, Тамерлановское шоссе, Громово. Сейчас поинтересуемся. Ну что ж, вот мне ровно через 5 минут выдали мой пакетик с фри. Я поинтересовался по поводу минимального заказа. Оказывается, если ты даже заказываешь одну порцию фри, они все равно привезут. Минимальной суммы заказа нет. Прикольно. Идем домой. После того, как нарезали картошку, нужно промыть его под струей холодной воды. Потом нужно выложить нужное количество нарезанной картошки на бумажное полотенце и вот таким образом
обмакнуть, вытереть, удалить излишки влаги. Итак, мы закончили жарить ровно половину той картошки, которая у нас была. Сейчас мы ее вытащим. И получилось этой картошки на 100 тенге вместе с вот этими растительными жирами, газом, который мы затратили, и даже свет. Сейчас Камиль будет заценивать гиб-гиб еду и нашу гиб-гиб картошку. Гиба вытащим, да? Камиль, да, вытаскивает. Угу. Я скажу, что обслуживание очень вежливое, там все чистенько, аккуратно, упаковки такие интересные. Сервис очень хороший гиб. Вот эта порция на 300 тенге. И вот, как вы видите, рядом порция на 100 тенге. Ну, рядом. Подвиньте, пожалуйста. Да. Это? Да, вот это на 100 тенге дома. И за кадром Алена меня ругала, что я говорю всего лишь 150 тенге, когда картошку можно купить гораздо дешевле, в два раза дешевле. Но я учитываю то, что привезти ее из другого государства, с Исыкуля, сюда, я думаю, это недорого. Так, Камиль? Уплетает, микрофон. Уплетает Камиль. Ну, сравни сейчас, какая тебе больше нравится. Горячая, снизу бери. А сама? Вот это лучше. Вкуснее? Угу. С солью. А там что, не соленое? Ну, соленое, но не такая. Ну, она какая-то. Пробуй, она жесткая просто. Коричневая? Ну да, жесткая. А это такая светлая, красивая. Высокулька. Насыпчатая. Ну, конечно, однозначно, домашняя лучше. Мы не призываем всех прямо отказаться от всего, потому что нет времени, возможности всегда готовить дома. Иногда приходится где-то перекусывать. И весь этот сервис, конечно, стоит денег. Но разница, вот смотрите, 300 тенге слева и 100 тенге справа. В целом, картошка очень вкусная, что мы купили, которую у Гипа, и которую мы приготовили в домашних условиях. Просто мы знаем, как мы ее приготовили дома в домашних условиях, как мы ее помыли, очистили, в каком масле мы ее жарим. Что, то есть 100% уверены, да, что продукты все натуральные, качественные, хорошие. Ну, в общем, претензий никому нет, все классно, Гипа... Отличная сеть, я так думаю, хотя мы там не питались, вот первый раз картошку ту. А так, в общем, как-то так. Выбор за вами. Да. Спасибо всем за просмотр. Гиб-гиб, еда. Могли бы написать. Берегите себя, готовьте гиб-гиб картошку у себя дома. Могли бы написать. Всем спасибо, всем пока. Все, запись пошла. Давай, тоже, ты сюда смотри. Не туда, ты сюда смотри. Все, давай, заново. Заново, на раз, два, три. Руки отпусти.